Так как грибы поставь там. Ну что, ребята, сидят, если вы хотите вкусного шашлыка, приходите к Азаровскому. К Юрию Азаровскому. Да, теперь я готовлю. Вот сегодня будут у нас сочные, мощные грибочки. Иди сюда. Смотрите, какая вкуснотища тут жарится. Уф. Получается нормально уже переворачивать, Артур? Ну да, наверное. Ну ты же все работаешь. Все, все, как там Артур делает? Так, оп, оп, оп. Это все. Жарит сам Юрий Азаровский. Так что добро вообще пожаловать Юрий Азаровский. И на мангал. Нет, Артур, все, ты уволен. Нахрен такие нам работники не нужны. Пить перестал, девчонок по ночам не обнимает. Пора уже пить, на самом деле, все жалуются. Иди отдыхай, буду я жарить, а ты будешь жарить, но не шашлык. Вот так вот, отлично, прям, смотрите, как шкварчат. Ух, какие помидорчики. О, Юр, мясо тоже поставлю, мясо. Мясо еще. Ну, видите, вот, опыта набирается, то есть это передача опыта. Какой, смотрите, сладкий, вкусный, мощный, сочный шашлычок. Вот он, запах сезона, ребята, запах сезона просто. Вот, сезон пошел, значит, блин, у меня слюни потекли. Артур, я есть не хотел. Как я теперь буду? А как ты вот скажи, вот умудряешься? Вот так я его и заманил, на самом деле, говорю, Юр. Пожалуйста, слушай, как ты умудряешься вот есть, ну, как на мангале и не кушать? Ты знаешь, меня же китайцы наш повар меня зовет. Знаешь почему? Почему? Завтрак рис кашевает, обед рис, вечером рис. Я же люблю рис кушать постоянно. Ну, рис это хорошая еда. Китайцы, видишь, как долго живут, все отлично. А мясо добавляю тоже имею. Ну, как ребро возьми себе, поем. Жирненькое. Это я тебя научил, ребра есть. Да. Ух, мангалище, о, ребята, боже, вообще. Не жили, отдохну, а там Юра будет жарить. Ух, вот. Какие ребрышки. Твои любимые ребра. Один ставим? Да. Надо научиться двумя руками, как Артур это делает. Чпок, чпок, чтобы быстрее, два раза быстрее. Вот так вот утро началось у Юра Азаровского. Значит, становимся шашлычниками. Ну, тут пока... слабый жар. Свиноговяжья люляшка в жировой сетке, правильно? Да, верно, да. Сейчас мы ее попробуем, ребята. Вот постоянно рассказываем, где Артура найти. Улица Знойная, 8А, дорогие друзья. Вот просто, видите, его Знойная, 8А. Вбили в навигаторе, приехали. Вон, 23-я маршрутка стоит, последняя. Конечно, да. 23-я маршрутка, вот. Еще можно в Яндекс.Навигаторе просто шашлык у Артура. Вбить и приехать. А, ну да, шашлычная маршрутка. Все. Хотя, правда, не знаю, когда она появилась. Кто-то зарегистрировал товарный знак. Грибочки, по-моему. А ты хочешь у нас, как грибы готовы? Как? Вон, возьми ножики. Я сейчас, она туда сюда болтается, уже готова. Легко болтается. Ну вот, в общем. Все, она готова. Что, это да? Пашка, красавчик. Всем привет. Всем привет. Нет, там где вот. Есть такая. Ты Пашку не рекламируй, красавчик, а то сейчас женщины приедут, а он же женат. Еще один. Слышь, все армяне любвеобильные. Я влюбился, всем люблю. Всем люблю. Я всех люблю, жарим не по-детски. О, пошло мяско белеет. О, это уже пошло по-взрослому, на самом деле. Да-да-да. Слушай, что там? О, уже пошло. Если с двух сторон уже покраснеет, уже бомба. Вообще классно. Так, 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 так. А ничего, поставим уже, готов, да. Это потом съедим, если пойдем. А на море белый песок. Приезжай ко мне, ты, дружок, мы пожарим для тебя шашлычок. Будет очень вкусно. Вот так. Это просто песня, дорогие друзья. Сегодня вот кто первый прибежит, тот поест шашлык от Азаровского, как говорится. У вас есть такой огромный это шанс это испытать. Соленый, это не соленый. Лангуста. Юр, будешь лангуста? Нет. А семгу? Не. Вот это кто? Это масляное. Вот масляное я попробовал бы. А ну поставь, пожалуйста. Не сейчас. Барана по факту жарим, 200 рублей 100 грамм. Скажи мне, как понять, что помидоры готовы? Если с двух сторон вот так черная, есть черная? Угу. Вот, ну, сгоревшая. Если полностью она идет сгоревшая, то есть она уже готова. То есть еще не готова? Еще не готова, да. Шел Юра на море снимать пляж, а тут Артур говорит, по-братски, дай отдохну чуть-чуть. Покажи мастер-класс мне, как вот жарить не по-детски Азаровский. И все говорят, что Юра, вот не будешь блогером, что будешь делать? Ребят, шашлычных много.
Вон даже Артуру помощник нужен. Он у нас тут будет этой, как, накладывать вам всем, выпивать по 50, а я буду мясо переворачивать. То есть, прикинь, вот на самом деле, сколько мы соберем народу. Тут, наверное, вся параллель у нас будет кушать. Я думаю, всем остальным шашлычникам придется закрываться, ребят. Простите, конечно. Но тема будет именно такая. Потому что мы возьмем самый крупный, вкусный кусок мяса и будем его резать, жарить, делать очень вкусно, что будут течь слюнки у всех. Вы даже знать не будете, что мы готовим что-то где-то, но вы будете подозревать, и это у вас будет течь. Вот все. Вот так вот вы чувствуете, как оно стекает, и желудок хочет, чтобы он там оказался. Именно наш самый вкусный мяс. Так что приезжайте в Витязево, мы сейчас на Знойной 8А. Всем хорошего отдыха.